прекрасное настроение. Мы семьей, это мои детки. Ребята, ждем только победы. Победы, победы, победы. За вас всем сердцем, душой, ну и, в общем-то, мыслями. Красивая игра должна быть. Я так думаю, тут проблема не в счете, а проблема в самой игре. Даже не проблема, а сам факт того, что мы сегодня играем почти Лигу чемпионов. Сильная команда из Белоруссии приехала. Так что я сегодня за красивый футбол. Ребята, давайте, весь Воронеж смотрит на вас. Вперед! Только факел, только победа. Один-один. Красивой игры. Зимою!
И летом! И в стужу! И зной! Всегда мы болеем! За факел родной! Факел! Факел! Ираклий. Хоть он особо не играет в последнее время, но я ему симпатизирую. Божин, Беленов однозначно, вратарь. Всем желаю сегодня полной самоотдачи. Воронеж – футбольный город. Порадуйте нас, как всех фанатов. За Воронеж, за победу! Эй! Лапкина номер 51, играет Андрей Кобец, номер 7.